Селфи прекрасны. Кого не задевали за живое все эти селфи-фотографии? Все эти бесконечно одинаково прекрасные фото, которые заставляют нас листать ленту. Но это эгоцентричное нарциссическое самолюбование сейчас под угрозой. Опасность кроется в этом. Удаляя камеру от центра объекта селфи, селфи-палки создают иллюзию, что другие объекты, места и даже люди вообще существуют. Любопытство, создаваемое этим новым углом зрения, приводит к тому, что друзья начинают видеть ваш окружающий мир, и это ведет к катастрофе. Раньше было отлично. Фотографии ногтей, причесок или крутых новых ботинок. Просто хэштеги, хэштеги, хэштеги. Теперь они научились делать фотографии, на которых куда больше объектов. Меня это бесит. Желая запечатлеть селфи-палкой все больше и больше окружающего мира, люди начинают удлинять их в 2-3 раза и таким образом подвергать свою жизнь опасности. Когда мы сможем сказать «горшочек не вари»? Если вы знаете кого-то, кто публикует свои снимки во всемирной паутине снова и снова, поделитесь этим видео с ним. Давайте все вместе вернемся к любимым ежедневным лифт-лукам, дакфейсам, фотографиям из ванной и вдохновляющим снимкам еды. Пожалуйста, предупредите тех, кого вы любите, об опасности селфи-палок.